В стенах КЧГУ открылась выставка заслуженного деятеля искусств Кубани, члена Союза художников России Петра Шевчишина с символичным названием «Карачай в моем сердце». На полотнах изображены прекрасные пейзажи Домбая, Тиберды, Рахыза, Махара и других живописных уголков Карачая. На выставке побывал Аслан Гирюков. Персональные выставки именитых художников давно стали традиционными в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Как и всегда, они проходят на базе Института культуры и искусств. Весь третий этаж украшен картинами Петра Шевчишина, который любит в своих произведениях описывать красоты нашей страны. Сегодняшнюю выставку он назвал «Карачай в моем сердце». Рассматривая картины автора, можно узнать родные края нашей прекрасной республики. Гуляя здесь, рассматривая его работы, получаешь некий заряд и бодрости, и в то же время отдыхаешь душой. Это очень приятно. И редкое качество, что здесь не получается такого вот напряжения. Он с любовью к природе, и эта любовь сочится буквально с каждого полотна. Студентам Института культуры и искусств данные выставки помогают в работах. Во время создания своих произведений они опираются на опыт других мастеров. Каждый находит для себя что-то новое, что в будущем, несомненно, положительно отразится на их картинах. Моя выпускная квалификационная работа – это Эльбрус. То есть это тесно связано непосредственно с моей дипломной. И мне очень нравится его манера письма. И смотря на эту картину, я что-то возьму и принесу свою работу. Нам очень ценны такие работы, которые висят здесь, чтобы брать пример с них, полагаться на них и так далее. Для меня это непокоримый предел сейчас. Я не смогу в нынешний момент достигнуть этого уровня, но он использует реализм в большинстве своем. То есть многие художники могут рисовать, чтобы человек не смог увидеть мазков. А есть художники, которые исключительно мазками работают. То есть, подойдя к картине, мы не сможем увидеть полную картину, а мы сможем увидеть полную картину, только отойдя от нее. Вот. А там художник использует реализм. Выставка картин Петра Шевчишина продлится до конца месяца. Любой желающий сможет посетить ее и познакомиться с работами автора, который вдохновляется красотами нашей республики. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.